Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. Надеюсь, что кто-то их будет смотреть. В общем, хочу начать с того, что сейчас я поела и буду пить чай с вот такими вот прекрасными пироженками. Покупала я их в, скажем так, в магазинчике, который называется у нас «Золотой колос». Мне кажется, он в каждом городе есть. И вот взяла два пирожных. Получается, у меня одно вот с малинкой, второе с вишней. Ну, одно я взяла с малинкой себе, второе вот парню взяла. Надеюсь, что он их будет есть, вот, потому что как-то он не очень так изъявил желание, чтобы я ему покупала. Я говорю, ну, блин, вкусно, и давай поедим. Поэтому, да, поэтому к нам еще гости сегодня придут. Очень много слова «поэтому», надо себя исправлять. К нам скоро придут гости, поэтому сейчас быстренько пью чаечек. И еще хочу вам показать продукты, которые я купила в магазине. Надеюсь, что это тоже будет вам интересно. Так, ну что ж, давайте начнем. Что я купила в Пятерочке? Первое, это я взяла соль, у нас закончилась, поэтому вот взяла новую. Также картошка, также лук репчатый, сахар у нас закончился. Вот такая вот крем-фиш, кальмар с креветками, паста, очень ее люблю, покупаем ее часто. Также взяла вот такие сливки, завтра хочу их потушить с грибами, вот такими шампиньонами. Также вот такие какие-то взяла печеньки новые появились, и также вот такой вот лесной бальзам. Сейчас у меня находится в использовании зубная паста вот из этой вот серии. Такой уже я покупала ополаскиватель, он мне очень нравится. Также давно не покупала, уже, наверное, года как полтора. Тут что-то мне захотелось. Вот такие хлебцы хрустящие, карамельные, кукурузно-рисовые. Доктор Кёрнер. Тоже очень вкусные, могу вам также посоветовать. И вот за все вот эти вот мои покупки чек составил 508 рублей 86 копеек. И то, что я также покупала в Пятерочке, но просто я не помню цены, потому что покупала, когда была на работе, вот такой вот нац, какая-то лимитированная версия в белом шоколаде. И также вот такой вот новый киткат. Так, здесь у нас что-то между мокрое на столе. В общем, он у нас идет, получается, молочный и белый шоколад со вкусом корицы с хрустящей вафлей. Очень обожаю корицу во всяких там вкусняшках, поэтому... Да, вот такие вот были покупочки продуктов, которые вот нам нужны. Девчонки, всем привет! Сегодня уже следующий день моего влога. И я, в общем, сегодня после работы снова зашла в этот наш «Золотой колос» и купила опять вот такие вот пироженки. Ну, я такие еще не брала, взяла какие-то вот новенькие. Это у нас здесь какое-то там суфле с вишней, ну, там что-то такое, типа как птичье молоко. И второе, это вот такое вот пирожное с мягкой карамелью. Думаю, что оно будет вкусное. В общем, да, буду вот пить такой вот чаечек и с пироженками. Тут у меня еще хурма стоит, надо ее обязательно съесть в ближайшее время. И заходила в магазин, покупала вот такие две штучки. Что-то мне захотелось киндер и также вот Несквик белый какой-то, лимитированная коллекция. Так что да, буду я пить чаек. И сегодня еще по плану нужно приготовить салатик крабовый, помыть посуду, немножко убраться в квартире. И также, возможно, сегодня, ну либо завтра я буду варить гороховый суп. Девчонки, всем привет! Доброе утро! Сегодня у нас уже суббота. Влог я начинала снимать, если не ошибаюсь, в среду или во вторник. И вот два дня я ничего не снимала, потому что у меня просто тупо нет времени на это в будни. И я пришла к такому выводу, то что больше я снимать влоги в будни не буду, потому что кроме готовки и уборки небольшой, мне вам больше показать нечего. Так, здесь у меня, я так скажем, уже позавтракала, поэтому сейчас буду пить чаек. Здесь у меня чай, ну, чокопай решила один съесть, яблоко, корица, кстати, очень вкусные. И вот такой еще хочу открыть киндер-сюрприз. Интересно, что там попадется. Очень вкусный шоколад, я его прям вот обожаю. И потом я еще хочу приготовить крабовый салатик. Тут я уже подготовила все необходимые ингредиенты, там кукуруза, кукуруза, огурцы, крабовые палочки, яйца, майонез, ну и соль нужно будет еще немножко добавить. И вот такой вот у меня будет салатик. Самый обычный, стандартный рецепт, я не делаю с рисом. Вот, поэтому сделаю салатик, потом буду заниматься уборкой, тоже вам немножечко покажу. Девчонки, я сегодня весь день занималась уборкой, у нас на улице уже темно, отправляла парня в магазин. Нам скоро друзья придут в гости, и мы будем делать домашнюю пиццу. Обычно мы, когда собираемся вместе, мы заказываем что-то, но тут решили сделать домашнее. Скажем так, да, такое блюдо. В общем, парень взял вот такие сосиски, папа может, сосиски Грильмастер. Здесь у нас они стоят 109,90. Что у меня телефон не фокусирует, не пойму. В общем, сосиски стоят 109,99. Также вот такой вот сыр голландский. Уже сразу натертый взял, чтобы, так скажем, сэкономить время.
Сыр этот тертый сыр стоил 109 рублей 99 копеек, здесь у нас 200 грамм. Также он взял вот такие вот какие-то шпроты новые с перцем халапеньо, впервые такие вообще вижу. И шпроты у нас стоили 69 рублей 99 копеек. Также вот такой кетчуп слобода шашлычный, тоже на пиццу. Кетчуп у нас стоил 83 рубля 19 копеек. Также три помидорчика у нас здесь. Помидоры у нас стоили, томаты 360 грамм, 34 рубля 92 копейки. Так, как обычно, меня немножко прервали. В общем, также тут два паштета из куриного мяса. Паштет у нас стоил... Так, ищу в чеке, не могу найти. Так. А, вот паштет нежный, куриный, 90 грамм, 19 рублей 99 копеек у нас стоил паштет. Также туалетную бумагу там взял, картошку 5 килограмм, и также там себе сигареты. В общем, вот такие вот были покупки. И сейчас я его послала опять в магазин, потому что мы забыли, точнее он забыл, а я ему забыла сказать, а он забыл купить бездрожжевое тесто на пиццу. Поэтому вот так вот сейчас придет, и уже будем приступать к приготовлению, ждать друзей, то есть там нарежу все. И когда они уже приедут, мы будем все это ставить в духовку, и потом уже, может быть, какой-то фильм посмотрим. Еще они с собой привезут приставку свою, PlayStation, будем играть в Mortal Kombat, кому интересно. Есть такая вот игра, мы в нее любим иногда поиграть. Поэтому, да, вот такие вот были покупочки. Девчонки, в общем, я уже все подготовила для пиццы. У нас здесь тертый сыр, вот такое тесто слоеное бездрожжевое, используем для пиццы. Также помидор нарезала, помидоры, точнее, сосиски. Здесь у нас огурчики маринованные и вот лук. Так что все подготовлено, будем готовить. Девчонки, всем доброе-доброе утро. Время 10 часов утра. Я только проснулась. Сегодня у нас воскресенье. И смотрите, какая красота за окном. Хоть, конечно, и не так много выпало снега, но все-таки он есть. Хотя бы немножко. Там вон люди ходят. Вот, поэтому хоть какое-то настроение. Потому что просто вот эта вот сухая земля и постоянный мороз непонятный, и никакого снега как-то было не очень. Сейчас хотя бы немножко есть снежок. Девчонки, я сажусь завтракать. Хотела бутерброды, но у нас закончился хлеб, поэтому нужно за ним идти в магазин. Я решила сейчас хотя бы что-то с утра перекусить. Буду пить чай. В этот раз перепутала и налила себе не свой, который я обычно пью, а который у меня пьет молодой человек. Вот такой вот он. А также буду вот с такими конфетами вкусными пить. Родные просторы, обожаю их. Также такие вафли, наверное, открою, может быть, штучки две съем. И на солененькое такое, скажем так. Здесь у меня авокадо. Я его тут посолила, поперчила. Обожаю есть вот так вот, просто вилочкой. Она очень-очень спелая. И здесь у меня горох. Я его замачивала на ночь в холодной воде. И сегодня буду готовить гороховый суп. Также еще хочу сделать... грибы потушить со сливками, сделать гречку, парню макароны. И еще нужно парню на работу сделать подливу там с куриным мясом. В томатной пасте потушу тоже. Короче, у меня сегодня весь день готовка. Девчонки, вы не поверите, но последний кадр я снимала в 10 часов утра, когда показывала вам, что я буду есть на завтрак. И сейчас уже время 4 часа, скажем так, уже вечера, да, потому что на улице уже темно почти. Ну как, не то, что прям темно, но темнеет уже, сумерки, скажем так. И, в общем, я здесь пью чай, здесь уже подготовила морковь и лук, ну, для зажарки на гороховый суп. Картошку нарезала, там у меня горох, уже бульон варится. Вот, и что я хочу вам сказать. Знаете, чем я занималась весь день? Вы ни за что не догадаетесь, но я снимала видео. Отсняла просто кучу видео на YouTube, но для меня это куча, потому что я сняла и покупки уходовой косметики, и уходовую косметику на месяц декабрь, и также мои запасы бытовой химии, и также то, что у меня находится в использовании из бытовой химии. Эти видео уже на канале, возможно, вы их уже посмотрели. Так что да, вот как-то я увлеклась, посетила меня вдохновение, и вот я начала вот это вот все снимать, пока вот это вдохновение меня не покинуло. Тем более выходной, в общем, сейчас я начинаю, не начинаю, а уже варю супчик, ну, то есть у меня уже бульончик варится.
Сейчас буду быстренько делать зажарку, и потом уже, когда я сварю суп, мне нужно будет быстренько пожарить грибы, потушить со сливками, отварить гречку. На работу парню, наверное, буду готовить сегодня поздно вечером еду. Завтра он будет у меня работать в ночь, потому что сегодня он мне позвонил, он сегодня на работе, и сказал, что вечером он возвращается домой в 8 часов вечера, и мы идем в гости. Там у нас друг купил себе машину, и он там проставляется. В общем, нас позвали на пиво с креветками. Так что вот так вот, такой будет вечер. Но сейчас нужно тоже успеть много чего приготовить, в общем-то, и помыть посуду. Так что я сейчас включаю себе сериальчик «Бумажный дом». Кстати, я уже смотрю 4-й сезон. Офигенный просто сериал. И поэтому, да, сейчас пока мою посуду и готовлю, я буду его смотреть. Я уже смотрю четвертый сезон. Буду сейчас смотреть 3-ю серию. И мне там всего осталось посмотреть 6 серий. То есть посмотрела я 2 серии 4-го сезона, и осталось вот 6, всего их 8, и все. Потом уже буду ждать 5-й сезон, который выйдет в 2021 году. В общем, да, много болтовни. Надеюсь, что хоть кто-то это слушает. Ну что, девчонки, процесс запущен, бульон варится, также у меня там зажарка готовится. Так что да, надеюсь, скоро уже супчик будет готов. Так, девчонки, ну что ж, пока у меня там варится бульон, зажарка уже готова, я сейчас приступлю к тому, что буду подготавливать продукты для того, чтобы сделать вот эти вот грибы, шампиньоны тушеные в сливках. В общем, что нам потребуется? Шампиньоны. Вообще по рецепту идет 300 грамм, ну вот у меня 250, думаю, и столько хватит. Также сливки можно использовать как 10%, так и 15%. Ну вот я всегда беру вот такие вот, красная цена марка, продаются они в пятерке, 10%. У меня такие парень любит пить. Также по рецепту нужно 200 миллилитров, ну вот у меня 195. Я думаю, 5 миллилитров роли не сыграют. Я уже не первый раз, кстати, делаю по этому рецепту. Также потребуется по вкусу молотый черный перец и соль. Также 1 головка лука. И также 4 зубчика чеснока. В общем, вот так вот будем готовить все. Пока что я сейчас подготовлю грибы, помою, нарежу. И потом уже, когда выложу зажарку, то буду жарить грибы. Потому что сковорода у нас одна, и как бы надо ждать, пока приготовится первое блюдо, чтобы приготовить второе. Девчонки, вы не поверите, время уже 7 часов вечера. У меня есть буквально 15 минут, чтобы поесть и собраться, потому что в половину парень заканчивает работать, и примерно где-то без 10-8 он уже будет дома, и мы пойдем в гости к друзьям, они тут недалеко от нас живут. И, в общем, наконец-таки, моя еда. Ну, что-то я вот сварила гречку. Знаете, такая вот в пакетиках идет. Ну, как бы вот на один раз. И что-то такая большая получилась порция. Не знаю, доем я ее или нет. В общем, да, вот то, что вам показала, что я ела утром, и все. Больше не ела ничего. Кстати, мне так это очень нравится, потому что, как бы, ну, мало ешь, соответственно, меньше веса наберешь. Выходные-то обычно как? Мы все наедаемся. Ну как, не прям все, но есть категории людей, которые любят выходные вот поваляться перед телевизором, поесть. Ну вот я иногда тоже такой категорией бываю. В общем, гречка, также шампиньоны тушеные в сливках с лучком, с чесночком, с перчиком. В общем, все как положено. Также вот такие вот томаты черри есть, скатерть самобранка. Огурцы корнишоны с фикс прайс. И также вот я вот такие оливки открыла, очень их люблю. Они у нас фаршированные пастой из креветок. В общем, очень вкусные. Так что да, всем, кто кушает, желаю, как и мне, приятного аппетита. И потом уже буду собираться, пойдем в гости. Ну и когда уже придем домой, то я сварю просто парню на работу макароны. Не буду ничего такого делать. Он мне сказал, что никакую подливу делать ему не надо. Просто вот тоже возьмет с собой такую вот, скажем так, как подливку, да, вот из грибов, и, в общем, будет есть с макаронами. В общем, много я всегда болтаю, в общем, пошла я уже есть. Опять слово «в общем» паразит. Вот у меня 2 слова паразита, иногда я себя подлавливаю, это также, и, в общем, исправляюсь, девчонки, я пошла есть.